Телеканал КРТ представляє. Давайте нашим глядачам ще раз покажемо цю крамолу, за яку Нацрада нам все ж таки забезпечить перевірку. Это показывает, что те, кто это делал на протяжении 5 с лишним лет, и те, кто сейчас пытается продолжать этот курс, они ассоциируют себя в событиях Великой Отечественной войны не с победителями, не с Красной армией, там, партизанами и подпольщиками, а с проигравшими, с теми, кто был в обозе у Гитлера, кто так или иначе помогал нацистам немецким, кто, собственно, по взглядам был нацистами тогда, да, только украинскими нацистами. И вот именно с ними, с теми, кто не освобождал Украину, а наоборот воевал по одну сторону, по сути, окопов с вермахтом, вот эти вот свидетели ассоциируют себя. Потому что тот же Ватутин, освободитель Киева, он погиб в результате смертельного ранения, которое получил в бою, там засаду устроили уновцы из УПА, которые де-факто, по сути своей, были по одну сторону фронта, по одну линию фронта с нацистами и воевали против Красной армии. Вот об этом факте надо всем не забывать и помнить, кто освободил Киев, кто освободил всю Украину, и всем потомкам победителей не давать превратить себя в людей без памяти, в тех, кто своих собственных дедов, прадедов и отцов называют оккупантами, как нам сейчас это пытаются впарить. Вот надо о исторической правде всегда помнить и не стесняться о ней громко, четко, однозначно говорить. Отак, ми бачимо от, пані Олена, якої крамоли наговорив пан Євген Філіндаш. От з вашої точки зору, ну от я так розумію, там просто з точки зору Нацради на лице прямо кримінальний злочин, чи як? Ви знаєте, ніякої крамоли нет. Вообще, Євгеній Філіндаш історик і дійсно, ну, пише книги по поводу от, как раз исторических событий, трактовки исторических событий. Все, что он говорил, это его точка зрения. Да? А точка зрения у нас защищена и Конституцией, и законом, и практикой Евросуда. То есть это его мнение, его оценочные суждения и трактовка каких-то событий. Он имеет на это абсолютное право. И если, скажем так, Нацрада здесь что-то ей приснилось, там, привиделось, да, какие-то там, призывы к чему-то, какие-то нарушения закона, там, то я уверена, более чем уверена, да, что в судебной плоскости любое их решение по результату такой проверки, да, не плановой проверки, любое решение о применении каких-то санкций телеканалу вот за такие выступления гостей, конечно же, будут в суде оспорены, опровергнуты, потому что никакой абсолютно нет крамолы, никаких призывов. Есть мнение человека, его трактовка, его оценочные суждения. И это защищено. Более того, критика, даже какая бы она ни была жесткая, она может не нравиться. Она может, знаете, как Европейский суд в своих решениях говорит о том, что это даже может шокировать. Да, какие-то высказывания могут шокировать вас, они вам могут не нравиться, но любой человек имеет на них право. И журналист тоже имеет право. То есть это тоже приравнено к журналистским стандартам. Не призывы, да, не вот эти фразы, что надо всех убить, или давайте поговорим там о Донбассе, о людях, и это Колорадо. Нет. Критика, особенно в адрес власти. И власть должна это терпеть. И это закреплено в решениях Европейского суда по правам человека. Поэтому в судебной перспективе все развалится. У них нет никаких вообще шансов. Если даже в Украине, я даже более чем уверена, что в Украине развалится. Но если в Украине в судах не развалится какое-то их решение, там, например, о лишении лицензии или о приостановке вещания там, телеканала, то в Европейском суде по правам человека это развалится 1000%. То есть даже не надо там, углубляться, да, в какие-то аналитики и так далее. То есть это настолько очевидно, это настолько глупо и примитивно.
Я думаю, что это просто, знаете, как какой-то сигнал, там, попытки устрашения. Ну, это, по сути, какая-то агония уже. Агония, они еще не отошли, что Порошенко уже не президент, что уже пора заканчивать с этой риторикой. Плюс, да, как коллега сказал, почему-то Зеленский решил упасть до 8%. А они все еще опираются, опять же, этими вот 8%, да, которые вещают ненормальные вещи особо, ну, со своих телеканалов, там, Громадский и так далее. Поэтому не вижу никаких высказываний в речи Фелендеша, аналогичные тут других вот спикеров, политологов. Это все не имеет никакой перспективы. Потому что я уверена, телеканал может спокойно вещать, приглашать гостей. И то, что говорят гости в эфире, в принципе, телеканал не может за это нести ответственность. Вот и все. Зрозуміло. Пане Андрію, можливо, все ж таки, у нас дуже багато людей висловлює свою точку зору у телеефірі. Але все ж таки, точка зору Фелендеша їм, ну, я так розумію, дуже не сподобалося. І, можливо, просто вони як особисто це сприйняли, як таку собі обіду, чи як. От як ви можете пояснити саме реакцію Нацради на саме цей фрагмент, який от був з Євгеном Фелендешом та Тарасом Незалежко? Ну, потому что он сказал ужасные вещи, которые, правильно, как говорит ЕСПЧ, они шокировали. Представляете, сидит такой себе учитель истории с кастрюлей на голове. Вот, обученные вот эти переросли, которые показали по телевизору. И слушают, что, оказывается, Гитлер плохой был. И что, оказывается, какие-то там украинские коллаборанты были с Гитлером по одну сторону фронта. И, оказывается, Киев какие-то коммунисты освободили. Вы что, с ума посходили? Какой ЕСПЧ? Какой... Вы понимаете, что у нас же сейчас готовится закон, мне подсказали. Вот я человека встретил на улице, заслуженный юрист Украины подтвердит мои слова. В общем, у нас министр стоял вверх ногами, головой вниз. К нему притекло из не только кровь, а из желудка еще кое-что притекло. Так вот, закон этот вот готовится, он будет называться «Про наших немецко-фашистских вызволителей». Вот. Где, значит... Так. Да, 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 да. Где уже будет четко расставлены, ну, и что проклятые советские оккупанты, немецкие фашистские вызволители, наш фюрер, вот, вот эти все дела будут наконец-то урегулированы, чтобы всякие адвокаты Лишенки не могли там в Евросуде махать этими документами. И все будет сказано. А то, что Бандера принял меморандум во Львове о сотрудничестве с немецкими фашистами, это все объявят этой, значит... Пропагандой российской. Пропагандой Путина, да. То есть. Ага. Ну и так. Да. Тобто, в принципе, тут, чисто, я так розумію, точка зору историка, она не співпадала, ну, с точки какая, зору какая история? Влади, история – это служанка нашей пропаганды на данный момент, служанка идеологии. История всегда не такая, как она надо. Да? У нас все... поменяется. Мы эту, значит, проклятую историю, которую нам коммунисты написали, мы ее отменяем. Мы создаем новую нашу историю, сведому, с древними украми, ну, с трипольцами, дирижаблями, кастрюлями, Ливанской войной, там, вот со всеми этими, с кенгуру. Вот мы это все создаем отдельным законом. Вот правильно лежит такой законопроект? Не знаю, я не в курсе. Я с этим министром, который... там, вверх вот, ногами да, стоит. Да, он то вверх ногами, то без обуви на столе сидит. Я с ним не сильно. Ну хорошо, что без обуви. Я с ним не сильно коммуницирую, да, поэтому не в курсе. Будет утверждена четкая, правильная, идеологическая выдержанная история, а нацрада наша, как орган прогрессивный, она же уже знает, что готовится. И она как бы... Наперед. Да-да-да, она наперед, да, нарабатывает себе вот эту базу. А что там то ЕСПЧ? Чуть политичный сигнал. А кто это ЕСПЧ слушать будет? Тоже мне, блин, придумали органы какой-то. Где ЕСПЧ, а где Печерский суд? А вот все ж таки, если повернутися до такого документа, как наша украинская конституция, ну, я так розумію, дуже такий, знаєте, невдобний документ. І якщо подивитись, там написано, що там держави, Україна, там немає якоїсь офіційної ідеології. Тобто, можливо, в Нацраді цього не читали? Так чи як ви вважаєте? Ні одна із ідеологій не може бути признана государством як обов'язково. Ваше формування більш доречне. Ні, а государство ідеологію, ні, ну, вспомнили забавну книжицю «Конституцію» на 96-го года издання. Ну, вже устарела. Її готовили, розумієте, її готовили. Ну, чому? Її міняють регулярно. Кожен президент приходить і починають її кромсати. Зеленський не кромсає.
он ее вообще не читает.